Всем привет, с вами SivPro, и сегодня покажу мод, который управляет торговлю Minecraft Pocket Edition. Ну вот, у меня открылся мир, в том числе мод. Теперь мы подходим к жителю, у нас появляется надпись, где у нас написано «Торговля». Нажимаем на эту надпись, и у нас появляется меню, в котором мы сможем торговать с этим жителем. Здесь он нам предлагает еду. Печеньки, арбуз. Но у нас сейчас нет изумрудов, за которые мы могли бы купить данные вещи. Также нам предлагает ножницы и стрелы. Теперь давайте перейдем уже к фиолетовому жителю. Посмотрим, что он нам предлагает. А он нам предлагает редстоун и золото. Но денег у нас опять же нет. И золото он продает за очень большие деньги. Так, ну мы давайте попробуем возьмем изумруд и посмотрим, что будет. И ничего у нас не происходит. Для этого нам нужно быть в режиме выживания. Возможно, даже может мод еще до конца не работает. Так как раньше этот мод был аденом, а сейчас он стал просто модом. Но скоро это все исправит. Здесь вся информация о этом моде. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.